Одесский учитель физики Павел Виктор победил в наиболее престижной номинации в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2021. Победитель номинации «Выбор украинцев» определялся не профессиональным жюри, а народным голосованием. За Виктора проголосовало более 40% респондентов. Свои голоса отдавали не только граждане Украины, но и украинцы со всех концов мира. Шельевский науковый лицей. Пане Павле, забирайте свою нагороду, и, звісно, ми хочемо почути декілька слів від вас. Я щасливий в тім, що не тільки маю можливість працювати у своєму класі серед моїх дітей Рішельєвського наукового ліцею, але маю можливість викладати фізику будь-кому, хто хоче її вивчати. Мабуть, це і є причиною того, що за мене проголосувала така кількість людей нашої України. Дякую. Павел Виктор сознается, если бы его кандидатуру не выдвинули коллеги, сам бы никогда не решился. Из 3000 претендентов по видеовизитке жюри отобрало 50 учителей, куда прошел и одесский учитель. После этого задания стали сложнее. Провести урок с двумя коллегами на одну тему для Павла партнерами стали учителя химии и биологии. Только после этого этапа отбора жюри определилось десяткой лучших. Финалисты были приглашены на награждение в столицу. По окончанию конкурса Павел Виктор рад просто вернуться в свой класс и приступить к любимой работе. Слава Богу, что все закончилось, что я сегодня такое удовольствие испытал, когда вернулся в свой класс. У меня сегодня нет уроков, но я просто пришел повидаться. Коллеги на большой перемене собрались в актовом зале, мне вручили букет цветов. Поздравили, было очень приятно. А ученики такой возможности были немного лишены, потому что у них были все время уроки. Они меня поздравили вот сейчас, только что. Отмечу, популярность к учителю пришла вместе с миллионами просмотров на YouTube. Можно сказать, педагог опередил время. Еще до наступления карантина Павел Виктор выкладывал на канал видеоуроки для своих учеников. За все время учитель успел собрать в сети полный курс по физике с 7 по 11 классы.